зовут Ватяков Владислав, мне 8 лет. Я расскажу стихотворение «Щенок и снег». На первый снег взглянул щенок и ничего понять не мог. Откуда столько белых мух набили к нам на двор? А может, этот чичий пух летит через забор? Он пасть раскрыл и снегу хвасть, и стал задумчиво жевать. Жует, но вот беда, на языке одна вода. Совсем сконфузился щенок и в конуру обратно лег. А был не глуп, а просто мал, и снег впервые увидал.